Сказочных героев в жизни много. Просто нужно их увидеть нам и понять, какой идти дорогой. Выбор сделать каждый должен сам. Реальность наших сказок всем известна. И если аналогии возьмем, то будет очень-очень интересно. Давайте с Льюиса Кэрролла начнем. Чеширские коты ночью на крышах мечтают докричаться до Алис. Но будет всех людей, живущих ниже, и люди прогоняют кошек вниз. Безумный шляпник этих кошек ждет, чтоб накормить и напоить их чаем. А королева Пик идет в народ, гадает, ворожит и не скучает. Сказка есть вокруг, она реальна. Повнимательнее осмотрись. Для всех поколений актуальна наша сказка. Это наша жизнь. Есть у нас Емели и Иваны, которые работать не хотят и постоянно дома на диванах у телевизоров своих лежат. А их царевны не всегда лягушки, как в сказочные времена, забыли обо всех своих подружках, работают с рассвета до темна. Там не изумруд, они мечтают в клетках о подарках, об этом свои песенки поют. И гуси-лебеди есть в водоемах, только они детишек не крадут. Корочкой дают. Сказка есть вокруг, она реальна. Повнимательнее осмотрись. Для всех поколений актуальна наша сказка. Это наша жизнь. Этот выбор будет очень важен. Наша сказка – это наша жизнь.